У нас есть еще, можете присесть на несколько минуточек, есть еще свидетельство Центра исцеления и восстановления личности. Пожалуйста, можете подходить. Что Бог делает в их жизнях? Сейчас поделятся. Здравствуйте, дорогая церковь. Меня зовут Яна. Очень рада вас всех видеть. Немножко волнуюсь, но ничего. Мне 24 года. Я сейчас нахожусь в Центре восстановления личности. С 15 лет я начала употреблять наркотики. У нас произошло, что моя мама воспитывала меня одна в семье. Ее никогда не было дома. Она зарабатывала деньги. Она одевала меня, обувала, кормила. И совсем не было времени особо смотреть за мной. Поэтому росла я одна. И произошло падение. Но слава Богу, что Бог подхватил меня и несет меня сейчас, да, как в 90-м псалме, я понесу тебя на крыльях. Я очень благодарна Ему. Вот. Благословений вам всем. Здравствуйте, меня зовут Роман. Мне 28 лет, 7 лет находился в зависимости. Вот. Но Господь ко мне пришел, точнее, пришел в мою жизнь, потому что я его впустил наконец. Вот. И хочу засвидетельствовать вам в своем творчестве. Вот. Есть песня, которую сам написал. Хочу сейчас ее исполнить вместе со своей сестрой Яной. Аминь. Музыку, пожалуйста. Раз. Три, четыре, пять. Ае. Новая жизнь, это вам здесь не шутки. Люди избавляются от мучений жутких, принимают спасителем Иисуса Христа, понимают, что его благодать им нужна. Я также приехал и также узнал, что в жизни своей еще не все потерял, что есть исцеление и выход здесь есть, но надо присутствие Бога учесть. Я понял, что нужно впустить Христа в сердце для того, чтобы в вере своей сдвинуться с места. Евангелие упорно я стал изучать, чтобы ближе к Иисусу быть, его понимать. Но было непросто и тяжело мне понять, что написано в слове Его. Про образы разные, притчи о том, что спасение и жизнь мы в Боге найдем. Новая жизнь, приди к ней ты, уйди от зависимости и суеты. Смиренный будь, ближних люби, отца почитай, чистоту сердца храни. Новая жизнь, она так прекрасна, перемены в сердце одному Богу подвластны. Смиренный будь, ближних люби, отца почитай, чистоту сердца храни. В новой жизни сможешь смысл найти, тебе Бог поможет по ней прямо идти. Поверь в Его силу, Он может все. Открыто в жизнь вечную нам всем окно. Нельзя забывать о том, что случилось, как на Голгофе проявил свою милость, как на кресте Он принял наш грех. В Его смерти должны черпать мы успех. Успех вечной жизни, то, что Он даровал. Ведь на смерть, когда шел, Иисус понимал, для чего это делает и для кого. Для тех, кто поверит и примет Его. А в наше время Господь нам всем нужен. Мы не можем знать, когда последний наш ужин. Когда заберет Бог кого-то к себе, принимай Христа, дабы не гореть там в огне. Новая жизнь, приди к ней ты, уйди от зависимости и суеты. Смиренный будь, ближних люби, отца почитай, чистоту сердца храни. Новая жизнь, она так прекрасна, перемены в сердце одному Богу подвластны. Смиренный будь, ближних люби, отца почитай, чистоту сердца храни. Придя к новой жизни, приняв Христа, ты поймешь, насколько важен Он для тебя. Бог даст тебе все, наполнит любовью. За жизнь твою было заплачено кровью, которая моешься ты от греха. И сможешь наконец взять в руки себя и всю свою жизнь, какая
бы она ни была, и делать лишь добрые божьи дела. Это не трудно, нужна только вера. С ней ты узнаешь, что такое карьера. Карьера небесная, а не земная. Духовно взрасти и попасть в сады рая. Там боли не будет, как не будет и зла. Там спокойствие царит, не суета. Там что-то прекрасное, тепло там всегда. А самое главное, там Господь ждет тебя. Новая жизнь, приди к ней ты. Уйди от зависимости и суеты. Смиренным будь, смиренным ближних будь. Люби и отца почитай. Чистоту сердца храни. Новая жизнь, она так прекрасна. Перемены в сердце одному Богу подвластны. Смиренным будь, ближних люби и отца почитай. Чистоту сердца храни. Новая жизнь, приди к ней ты. Уйди от зависимости и суеты. Смиренным будь, ближних люби и отца почитай. Чистоту сердца храни. Новая жизнь, она так прекрасна. Перемены в сердце одному Богу подвластны. Смиренным будь, ближних люби и отца почитай. Чистоту сердца храни. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что в нем источники жизни. Аминь! Спасибо! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Шалом. Всем с Богом, с миром Божьим. Пойдем в свои дома.